Добрый день, друзья! 28.05.2019 год. Я вас приветствую в городе-курорте Анапа. Мы сегодня прогуляемся по Гребенской на центральный пляж. Встретимся с заборами, с жарким солнцем, хорошим настроением. Надеюсь, все получится и вам будет интересно все на это посмотреть. Кое-как нашел, где припарковать машину. Анапа – это большая беда с парковками. Здесь вам будет всегда улыбаться счастье и находить будете парковочное место. Сегодня на пляже Кавказ у меня прям шок был от того, что выбросило в море. Говорят, море покакало. Кормили его мусором. И вся прибрежная полоса в мусоре. Посмотрим, что ждет нас на центральном пляже. Я даже не удивлюсь, если здесь будет идеально чистая водичка и поднимет нам настроение. Я вижу, что заработал аквапарк в Анапе. Сейчас мы подойдем, узнаем ценник на него. Это тоже, думаю, будет очень многим интересно. Играет музычка, люди стоят на турникетах, в кассах и смотрим. С 11 часов до 17 цена 800 рублей взрослый, детский также 800. Вода 22 градуса, воздуха 28 градусов. Сравниваем. 32 градуса. Ну, не знаю, почему такая разница в 4, наверное, потому что... А нет, у меня падает. Все-таки, может, я из-за того, что шел солнечной стороной к нему, из-за этого у меня немножечко горячее. Смотрим. Собирающихся людей на пляж. Была просьба от одного из подписчиков поздравить его жену с днем рождения. В общем, жену поздравляю с днем рождения. Имя я так и не узнал. Ну, я думаю, каждая жена, у которой сегодня день рождения, будет рада. Крепкого вам здоровья, счастья и как можно больше улыбок в вашей повседневной жизни. Здесь мы уже видим, все пошло. Говорится, жара. Началось пляжное представление в виде проходок и гуляний без мальчиков. Но я на самом деле только за. Не загорайте, друзья, так как я. Шортики и пошли. Особенно если девушки будут ходить топлес, мужчины будут только рады. Особенно если это будет красивое, так сказать, представление женского пола. О, аквалангист. Крутяк. Выплыл. Лошадки гуляют. Иди сюда, говорит. Жаль, что смотрится. Люди в тенечке сидят. Музычка вовсю поет, создает пляжное настроение. Здесь мы видим пляж в санатории Анапа. Не буду больше щемиться через него. В прошлом году я проходил. В принципе, запретить вам не имеет права проход, если вам очень надо проходить. Единственное, до сих пор, вот почему их влево-вправо не передвинет администрация, чтобы по прямому вот через центральный пляж Анапы просто не в забор упираться, а выходить в море. Ну вот, вот так вот живем. Здесь есть возможность перекусить. Отлично. Посмотрим, наверное, очень много людей мы сейчас увидим с вами на пляже. Хотя я в этом сомневаюсь, у нас в этом году пляжный сезон все никак не начнется. Ой, я как говорил, центральный пляж чист. Витязева. На Пионерском проспекте. В Джаматемне тоже сегодня писали прям жесткие выбросы. А здесь все хорошо. Так что те, кто выбрал в начале сезона центральный пляж, получат отличное море, хорошее настроение и просто мега-супер позитив. И это на самом деле просто прекрасно. Так. Люди. Я ж не привычно как-то видеть такую картинку. Давно я здесь не прогуливался. Прям красивейшие просто виды. Но все то, что происходит вокруг. И чистейшее море. Я даже не удивлен. Я и говорил, что так и будет. Ох ты, друзья! Вы просто посмотрите на это. Пляжный сезон в самом разгаре. Вот это да. Вот это номер. И, как я и говорил, чистейшее море. Смотрите, температура воздуха так и осталась 31, но не 32. И море радует. Мы сейчас немножко прогуляемся по берегу, чтобы прочувствовать все это. У меня сегодня, кстати, есть отзыв о Sea Breeze Resort, есть о Лазурном береге отзыв, все от моих подписчиков. Сегодня была уже одна фотосессия, и еще одна фотосессия ожидается в 4 часа дня. То есть сезон пошел даже у меня. Если вы вдруг приехали в Анапу и хотите как-то поразвлечься, дайвинг, джипинг, ссылочка на мою жену, номер телефона ее есть под этим видеосюжетом в том числе. Также... Если вам надо фотосессия, обращайтесь, буду рад сделать для вас красивейшие фотографии, чтобы я не ходил по пляжам, не гулял, людей полуголых не снимал. А нет, вот смотрите, возле моря чуть-чуть упала температура воды, 29,4. Ну, радует чистый берег. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите? Александр.
Откуда приехали? Ну, Сибирск, мы уже здесь живем. А, все, вы переехали. Да, переехали. И на центральный пляж пришли отдыхать. Пришли погреться немножко, покупаться. Отлично. Видел вас постоянно, смотрел. И видел, как вы показываете, какая погода. Угу. То есть мы все это в голове прокручивали. Ну, переехали. А куда переехали, скажите? В Анапскую дом купили. В Анапской? В Анапской. Классно. Цена, если не секрет? 6 миллионов. А сколько соток? 4. 4 сотки. То есть получается что-то типа вот прям домик на земле, без огорода, без ничего, да? Ну почему? Мы 15 деревьев посадили. Влезло, значит, 4 да, сотки. Да, 15 деревьев. Классно. Мангальную зону сделали. Газ. Газ, свет, все есть. Вообще счастье. Прям за вас это вот прям редко бывает, когда вот прям все хорошо и все есть. Хорошо вам, кажется, отдыха и жизни на пенсии. А вы где живете? Витязьва. Витязьва. Да. В Анапе постоянно, но Витязьва там. По-моему, с супругой вы снимаете, да? Да, да. Не перепутали, да. Именно он. Вот, я побежал, хорошего отдыха, просто чтобы вам побольше захватить сегодня, да, пляжа. Вот так вот, счастливый пример переезда на ПМЖ. Это прям очень радует. Сегодня мужчины будут в восторге. Я вижу очень много мам с детками. Мама очень красивая, загорающая, счастливая. И это важно на самом деле. Смотрите, мороженое продается. О, парень спит. Класс. И вам здравствуйте. Везде подписчики. Это радует. Сегодня просто хочется как можно больше снять радости от того, сколько людей на пляже. Это прям реально сезон пошел. Я не перестаю радоваться всему тому, что вижу. И радует, что морешко чистое, водичка теплая. Посмотрите, сколько деток в море купаются, никто не выбегает из-за того, что водичка холодная. Потому что здесь как раз-таки мелкота находится, которая и позволяет хорошо и комфортно отдыхать и загорать. Если бы глубоко было, то было бы совершенно все наоборот. Потому что в том же самом Крыму сейчас гораздо прохладнее водичка. Красавицы радуют. Где же мужчины-то красивые? Надо найти хоть одного передокачанного, чтобы и женская половина была. Ну, хотя я вижу, есть красивые мужики. Это тоже прекрасно. Медпункт по спасателей. Ну, пляж еще, видите, не переполнен. Центральный проходим. Людей становится немножечко поменьше. И можно спокойно душой, как говорится, найти себе свободное место. Смотрите, сколько мест на пляже. Еще нет такого, что совсем все переполнено. И это очень-очень сильно радует. И туда, смотри, за речку Анапку много людей. Шикарный просто видеосюжет. И при этом мы идем вдоль чистого моря. Это не может не радовать. Бананы поплыли. Вот там, смотрите, вдалеке. Сейчас приторможу. Все же, катера. И вот люди забегают в море счастливые. Волейбол играют. Шикарно. Ну, и, собственно, кукуруза пошла по пляжу. Где ж я тут ляжу, да? Но мест на самом деле очень много. И это очень-очень-очень-очень еще радует. Что места есть, занимайте, приезжайте. Наслаждайтесь и купайтесь. Просто без комментариев хороших, позитивных, наверное, здесь не обойтись. Меня, по крайней мере, все радует, что я вижу. Прям супер-мега позитив. Класс. Ну что, я думаю, такую красоту затягивать не надо, чтобы вы могли поделиться и спокойно в своих соцсетях. Сделаем покороче видеосюжет. Я счастлив. Я думаю, мои глаза и улыбка все это выражают. Я сегодня так расстроился из-за того, что было на пляжиках Витязева, Пионерского проспекта. И в итоге, что мы видим здесь? А здесь мы видим пока еще красота. И дай бог, чтобы так и оставалось. Вообще ни одной соринки, ни одной мусоринки. Идешь и прям искренне душа радуется. Осталось еще 40 километров пляжей нашей администрации привести в порядок, убрать водоросли, мусор. И тогда будем радоваться все те, кто приехал на отдых. От души, под шум прибоя, смотрим по сторонам, слушаем детский смех, я надеюсь.
Добрый день, как зовут? Добрый день, Николай, город Пермь. Мы с тобой уже встречались, напомнил мне, еще, получается, год назад, да? Зимой. В планах переезд. Да. Но переезд уже осуществился. В планах сейчас продажа своей недвижимости в своем родном городе. Ну и в последующем покупка здесь жилья. Понял, радует морешка. Море радует всегда. В любую погоду, в любом состоянии. Ну так... а в основном, как бы вот уже побывал в какой-то более длительный период, в чем-нибудь разочаровался, нет? Нет, я в Анапе уже, не знаю, с 20 лет каждый год езжу и зимой, и летом, даже просто погулять. Поэтому ничего нового, мне тут удивить меня ничем не получится. Все знакомо, все знаю, все плюсы и минусы. Осознанный период. Да, все плюсы и минусы я знаю, поэтому ничего страшного. Как море, вот самый главный море вопрос. Море сегодня бассейн. То есть, говорят же, холодное. Врут. Почему врут? А вот, смотри, вот заставляют, видишь, мама идет, ребенка толкает, то есть, чтобы, не дай бог, не выскочила из моря. Нет, нет, море шикарное, никого не слушайте. Клюпиков не слушайте, идите. Стоит зайти, через 10 секунд вам выходить уже не захочется. Ну, все, я благодарю за интервью, хорошего, конечно, жизни и скорейшего соединения с семьей. Да, привет. Передавай. Да. Привет своему городу, жене. Жена, я тебя жду, очень тебя люблю. Друзья, здорово. Все, кто хотят тоже переехать, побыстрее приезжайте, я вас жду. Будем здесь вместе. Все, пока. Большой формат, подписчиков собрался, очень даже интересно получилось сегодня. Благодарю всех, кто писал отзыв. Если вдруг те люди, которые будут в начале видео подходили ко мне смотреть, пригласите в гости, показать, где в Анапе живете, на чаечек, я был бы рад, там, рассказали бы побольше, чтобы в формате интервью взять у вас, кажется, хорошее интервью. Не вот так вот, как я в погодном видео иду это снимаю. Просто именно формат погодного видеосюжета не дает такой возможности, чтобы как можно больше поговорить, я расспросить более предмета, что, где и как происходит. Ну, в любом случае, всегда подходите, передать привет, здоровайтесь. Это очень приятно. С вами был Юрий Азаровский. Друзья, не забывайте лайк, репост, потому что такой красотой, я уверен, надо делиться. Сейчас мне пляж Центральной Анапы очень понравился. Ждем, когда муть немножечко водички усядется. И очень надеемся на решительные действия нашей администрации и всех тех людей, кто ответственен за пляжи. Потому что люди уже приехали, люди хотят отдыхать, людей прям стало гораздо больше. Вы сейчас это все почувствовали. Но хочется, чтобы у людей была возможность купаться в чистом море и отдыхать и загорать на чистых песочных пляжах. Всем пока, с улыбкой, как всегда, Юрий Азаровский. С любовью к каждому своему подписчику. Также подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Там есть функция выбрать не все оповещения, выбирайте все оповещения. И плюс истории, которые я буду делать почаще. Там будем делать опросы, куда поехать, что подснять. Так будет как бы более живо происходить у нас общение. Все, на этом откланиваюсь.